большое. Спасибо доброй земле, спасибо доброй сцене доброй земли, спасибо вам, добрые люди. Спасибо. Спасибо Украине за такую замечательную, нежную, волшебную Инну Шевченко. Инна к нам уже второй год приезжает, и здесь уже есть люди, которые любят ее творчество. Я тоже к их числу отношусь и тоже таю, наверное, от нежности, которая исходит от Инны, когда она поет. Инна, мы тебя любим. Спасибо большое. И знаете, что еще хочется сказать? Сегодня у нас 10 июля, мы уже какой-то там пятый или седьмой день вместе, я не знаю, как это посчитать, в голове это не укладывается. Но сегодня, когда я смотрела на всех, и вот прямо сейчас я понимаю, что мы вас всех очень любим. И очень здорово, что вы все приехали, очень здорово, что все это происходит, что есть этот праздник. Смотря на хорошую погоду, на все, в общем, ребята, девчата, спасибо, что вы приехали, мы вас любим. Орг-команда. Записай. А между прочим, а вы нас любите? Очень! Да, вы нас явно любите больше, чем мы вас любим. Как бы нам так всем собраться на сцене, выйти рядком, встать и сказать тоже так же дружно, мы вас любим, чтобы это было так же весело. Ну хорошо. Сейчас, пока готовится следующее сольное выступление, напомню еще раз, я не устану напоминать, про очень видные, заметные вещи, которых вы, возможно, не замечаете. Это книга отзывов по мастер-классам и семинарам. Ой, у кого-то, говорят, ребеночек в коляске плачет, вот под березками. Если мамочка рядышком, то подойди, пожалуйста. Книга отзывов по мастер-классам и семинарам. Пожалуйста, обратная связь о мастер-классах, о семинарах, о качестве ведущих, коробочка для добрых вкладов, для того, чтобы это пространство развивалось, росло, и на следующий год нам было приехать, и нам было бы еще здесь приятнее находиться. И, конечно же, столик. Столик с дисками солнечных бардов, также просто с дисками хороших, позитивных песен. Там просто океан позитивной музыки. И это еще не все. Там еще есть немножко натуральных кремов наших друзей из Хакасии и средства от комаров. Это такие пихтовые эфирные эликсиры. Эфирные масла, эликсиры. В общем, подходите как раз в паузы после концерта. Все это есть возможность рассмотреть, посмотреть внимательно. В общем, мы вас ждем, все расскажем, покажем. Вот, ребята уже появились. Да. Я думаю, вы можете выразить свою радость, как это обычно выражают зрители, когда на сцене появляются любимые солнечные барды Михаила и Ольга Ладомирова. Привет, друзья!